Чемпиону мира пообещали оказать поддержку. Речь идет о Евгении Томашевском. Напомню, шахматист в выходные вернулся в Саратов, завоевав титул чемпиона мира. На встречу с профильным чиновником Евгений рассказал о том, какой ценой далась победа. В свою очередь, министр спорта области Александр Абросимов пообещал, что шахматистов наконец начнут поощрять материально. В регионе решили вернуть к практике выплаты стипендий спортсменам, которые демонстрируют высокие результаты. Уже со следующего года выплаты получат первые чемпионы. Конечно, вряд ли сумма будет такой уж значительный, ведь в Министерстве спорта не раз заявляли о том, что финансирования отрасли недостаточно. С целью популяризации шахмат среди молодежи Евгений Томашевский предложил открыть в Саратове гроссмейстерскую школу. Но и тут вопрос упирается в финансирование. Внимание к шахматам, как я понимаю, в стране сейчас на достаточно серьезном уровне, и со стороны первых лиц, и со стороны спортивного руководства. То есть у нас проводится достаточное количество крупных турниров, и я думаю, что действительно вы абсолютно правы, что можно, может быть, с относительно меньшими затратами быть достойно представленными на достаточно серьезном уровне. В этом плане, мне кажется, по соотношению, я бы сказал так, цена-качество, можно очень хорошо продвинуться. Да-да-да. И действительно использовать ту базу, которую мы успели накопить за это время.